2015 год – особенный для энергетиков страны. Ровно 95 лет назад, 22 декабря 1920 года, был принят первый государственный план развития народного хозяйства нашей страны. В историю этот документ вошел под названием «План Гойл-Ро». По нему в числе строительства 30 районных электрических станций значилась и Брянская ГРЭС. План был не просто выполнен, а перевыполнен. И к 1931 году вместо запланированных 30 электростанций было построено 40. В первую очередь я хочу сказать слова огромной благодарности нашим ветеранам. Многолетний колоссальный труд, который ветераны вложили в развитие энергетической отрасли Брянщины, это трудовой подвиг. От всей души хочу пожелать вам новых достижений в работе. В честь знаменательной даты памятным знаком награждены 5 сотрудников «Брянскэнерго». Директор филиала ПАО МРСК-центра «Брянскэнерго» Роман Стефанов также удостоен памятного знака «95 лет плану Гойл-Ро». Награду ему вручил первый заместитель генерального директора, главный инженер МРСК-центра Александр Пелюгин. Уважаемые ветераны, сегодняшний праздничный день директором филиала мы начали с активом ветеранов. Прежде всего, это ваш праздник. Это вы построили ту энергосистему, которая сегодня досталась и удерживается в руках сегодняшних энергетиков. Всего на торжественном вечере наградами различного уровня были удостоены более 100 сотрудников «Брянскэнерго». Помимо ведомственных знаков внимания, высокий профессионализм коллектива «Брянскэнерго» был отмечен органами региональной власти.